Всем привет! Это уже второй выпуск «Стиль без правил». Где-то год назад я выложила это фото в Инстаграм с хэштегами «Мечта», хэштег «Смотрю и плачу». При виде этих букв первое, что приходит в голову, это казино Лас-Вегаса. Как же давно я придумала самый простой способ их изготовления. Делать ретро-буквы из стали, пластика или дерева не вариант, слишком сложно. Поэтому я придумала способ изготовления из бумаги. Конечно же. Предлагаю вам два варианта. Вы можете посмотреть это паперкрафтовое видео столетней давности, сделать все по шаблону, ставить гирлянды и то не всякого размера. Или можете посмотреть это видео, где из преимуществ могу отметить, что буквы могут быть любого шрифта, с характерными для ретро-букв бортиками и большими лампочками. Но прежде чем мы начнем, не забудь подписаться на канал, конечно же, а также жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Я не могла это не сказать. Будьте со мной, пожалуйста. Ах да! Поехали! Начертите буквы, либо скачайте в описании под видео. Скачанные детали необходимо увеличить. Это можно сделать с помощью программы Posteriza. Введите эти параметры. У меня есть более подробное видео, как пользоваться этой программой. Ссылку я оставлю в описании. Буква состоит из двух листов. Необходимо их склеить. У одного листа отрежьте припуск, ориентируйтесь по меткам. У второго листа промажьте припуск клеем и склейте два листа вместе. Вырежьте детали и перенесите на ватман. У меня желтый ватман, по плотности напоминает картон. Выбирайте бумагу поплотнее, чтобы она держала форму. Переверните ватман, а также переверните саму деталь. Закрепите деталь скотчем, чтобы она не двигалась. Для начала обведите букву по контуру, а затем от руки нарисуйте припуски клапаны. Толщиной примерно 1,5-2 см. Должно получиться примерно вот так. Продублируйте каждую деталь, у вас должно получиться 2 одинаковые буквы F и 2 одинаковые буквы S. Теперь необходимо вырезать наши детали из картона и продавить линии сгиба толстой иглой, стиком для ногтей, либо пустой шариковой ручкой. У одной детали согните все припуски на себя, а у другой от себя. Вот что у вас должно получиться, надеюсь, всем понятно. Отмерьте середину буквы, не считая припуски, и проведите линию на каждой стороне, ровно посередине. И на этой линии расставьте метки, где у вас должны находиться лампочки. Лично я отмеряла каждый отрезок и делила его пополам. Главное, чтобы все было симметрично. А теперь разрежьте серединную линию канцелярским ножом. Возьмите дырокол, у меня вот такой, более точный, либо все сделайте от руки. В метках для лампочек проделайте дырки. Я же вроде бы сказала, что это можно сделать от руки, да? Да. Вот что у вас должно получиться. Теперь приступаем к бортикам. На том же картоне отмерьте каждую сторону буквы. Вот таким образом. Старайтесь отмечать как можно точнее, чтобы потом не страдать. Сейчас вы поймете, о чем я. Сам бортик выглядит как прямоугольная полоса. Очень вытянутая. Отмеряем высоту бортика. Она у меня будет 9 см. По мне, так самая оптимальная ширина для такой высоты буквы. Смотрите на глаз. Теперь отмеряем высоту бортика с лицевой стороны. Я хочу, чтобы высота бортика спереди была меньше, чем сзади. Но вы можете сделать и посередине, на ваш вкус. Итак, вырезаем нашу деталь. Продавливаем все вертикальные линии, горизонтальную не трогайте. Сгибаем отрезки. И теперь вы можете отложить бортики на время. Приступаем к лампочкам. Я купила гирлянду на AliExpress на батарейках. Ссылку на этот товар я оставлю в описании под видео. Они очень дешевые. Я выбрала гирлянду из 10 лампочек, чтобы остальные не мешались комком. А теперь проденьте каждую лампочку через букву. С задней стороны буквы для удобства можете скрепить серединную линию скотчем, иначе ваши лампочки постоянно будут выпадать из своего места. Как вы видите, лампочки на своем месте, но они болтаются, поэтому пора прибегнуть к горячему клею. Подтяните лампочку к себе и промажьте основание клеем. Не отпускайте лампочку, подержите, пока клей не высохнет. Ну вот и все, лампочки на месте, пора приклеивать бортик. Я воспользовалась клеем-моментом кристалл. Работать горячим клеем в этом случае неудобно, получается очень неаккуратно. Приклеиваем букву ниже отмеченной линии. Теперь вы поняли, почему очень важно отметить правильно сразу. Если ваш бортик не станет стык в стык, то придется все переделывать. Но я не думаю, что у вас возникнут проблемы, если вы будете внимательными. Ну вот и готово. Теперь настало время второй детали буквы. Внизу буквы, но не совсем низко. Вырежьте небольшое отверстие. Теперь приклеиваем букву к задней стороне. Я воспользовалась горячим клеем. В этом случае его удобство в том, что он очень быстро высыхает. У нас нет возможности придержать изнутри, поэтому это очень удобно. Нужно только немного надавить. И наши буквы готовы. Такие
такие буквы превосходно вписываются в интерьер и могут стать отличным подарком. Они пользуются огромным спросом среди фотостудий, свадебных салонов и владельцев баров. А если тебе понравилось, то поставь лайк под этим видео, а также напиши в комментариях, какое бы слово из светящихся букв ты бы сделал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока! Opportunity be knocking. You gotta let a motherfucker in. I kiss my mother on the cheek, tell her that I love her. You ain't gotta worry about a thing, I got it covered. Done.